Добрый день, зрители канала «Домашний очаг» с Мариной. Приглашаю вас сегодня вечером на прямую трансляцию, стрим на мой канал. Мы с вами пройдем тест и определим, какая вы мама. Сложно самой оценить, насколько вы хорошая мама, что вы делаете правильно, а что зря, и что стоит изменить в себе, чтобы всем стало только лучше. Тест, который мы с вами пройдем, поможет вам взглянуть на себя объективно и сделать выводы. Мы с вами обсудим и поговорим, что вам тяжелее всего добиться от ребенка. Может быть, убедить его не обманывать других, может быть, приучить к чистоте и опрятности, а может быть, просто научить вежливости. Чем старше становится ребенок, тем сложнее у нас возникают вопросы и проблемы с ним. Очень сложно общаться с подростком, очень сложно убедить его и уважать других, и не опаздывать на занятия, и нам будет очень интересно обсудить тему, как, по вашему мнению, влияет на ребенка телевидение. Отвлекают ли они ребенка от занятий или, наоборот, развивает интеллект. Конечно, мы все имеем в виду интернет, телефоны, которые носят с собой ребенка, и тоже, как они влияют на воспитание наших детей. Поэтому, дорогие друзья, чем старше становится ваш ребенок, тем важнее вам правильно понять своего ребенка, найти с ним контакт и определить, не скрывает ли он что-то, не находится ли он в сложной депрессивной ситуации. Может быть, он нервничает или отвечает не в попад, упрямится. Ребенок рассеян, ребенок молчит все время, у него часто меняется настроение, и он раздражен на вас. Эти вопросы мы попробуем сегодня обсудить в прямой трансляции, которая пройдет на канале «Домашний очаг» с Мариной в 19 часов по киевскому времени, в 20 часов по московскому времени. Поставьте значок оповещения, предупреждения и не пропустите этот стрим.